но понять не встать. Мы, солдаты, всегда должны знать, за что и за кого стоять, бороться. Когда, возможно, жизнь отдать придется. Жизнь, она у каждого одна. Мирные военные времена. Мы встаем не за привилегии едва знакомых мужчин и женщин. Каждый из нас борется за их жизнь. Один за всех и все за одного держись. Тогда все родственники в одной форме должны быть начеку в надлежащей норме. Приходит время каждого, умирают все. Смерть тут как тут, слезы в росе. И особой-то радости не успели испытать на земле. Но дали другим летать. Смерть, вот лютый враг. Первый и последний шаг в мрак. Обязанность перед Родиной стоять за тех, кто не может постоять, себя не грех. Мы щиты, охраняющие царство жизни. Это наша цель, воинский путь, не наши мысли. Это привычно для нас. Так просто, что тут еще сказать?